Когда человек медитирует и чувствует себя спокойно и радостно, и как будто не воспринимает окружающий мир, и кажется, что это такой прорыв в практике. Это действительно прорыв, этого нелегко добиться, и все же это только первый шаг. И многие практики не могут даже достичь этого состояния, а уж состояние, когда нет мыслей, это очень высокая ступень практики. И по факту вот эти вот радости тела, радости ума, и та радость, которая ощущается в процессе практики все более высоких порядков, на самом деле это противостоящие себе, практикующему, вещи, от которых, чтобы достичь высшего состояния, нужно в любом случае не избавиться, они уходят сами по мере прогресса. 假设你要出这个出禅二禅三禅，你就要离开人群，到一个都没有人的地方，然后打坐。可是禅宗到了中国，没有跟生活结合，可能，所以就直接只要东西我就把它放掉，我也不用管是什么，是外面的色声香味触还是里面的内心。 Изначально медитирующие монахи, они выбирали для практики наиболее удаленные места, где не было людей, не было никаких внешних раздражителей. И в Китае, когда буддизм пришел в Китай, это стало более сложной задачей, потому что китайское общество, оно очень сильно завязано на отношения между людьми. И вот так вот взять и уйти, это очень непросто. 转化为变成就是不再修禅定了，不再修那个次第的禅定了。 И поэтому буддизм, пришедший в Китай, он во многом китаизировался. То есть буддизм повлиял на китайскую культуру совершенно отчетливо, но и китайская культура, она внесла определенные коррективы в то, как понимается чань, в то, как практикуется. И само слово дхьяна, чхана, преобразовалось в знакомое нам слово чань. Особенно это произошло после шестого патриарха Хуйнян, который именно считается знаковой фигурой, потому что после него вот именно, значит, то, что называется джихати, вот эти степени транса, они трансформировались и до окончательно обрели такую китайскую специфику. 如果我们现在在泰国或者在东南亚，他们修先修禅定啊，进入初禅、二禅、三禅、四禅，然后再退出来，从禅定退出来，四禅退到三禅，退到二禅，退到
那出产就推到一般的我们的异界定，或是什么味道地定，味道地定，它是异界定的样子，味道地定，这个很多名称，反正就是从五蕴进来，那味道地定。 它是异界定的样子。去到这个地方以后，然后去观察所有的我们的身心现象都是无常的，里面都没有我。И поэтому в Ну вот в тайском буддизме, в той ветви буддизма, которая распространена в Юго-Восточной Азии, Тхеравада, она практикует, что после вот этого погружения, после созерцания, человек, выходящий из этого состояния, возвращается в обычный мир и наблюдает то, что в этом мире нет ничего постоянного и нет ничего реального. И заглядывая в себя, он понимает, что в нем самом ничего постоянного нет. То есть души постоянно неуничтожимой, бессмертной, ее не существует. Он в себе не видит этой души. Поэтому先修禅定，再从禅定退出来，来观察一切的 身心现象都是生灭生灭，你找不到一个不灭不会生灭的我，所以我们叫做，如果能够找到，能够看到，那你的智慧就产生了，就产生智慧。如果能找到一个常性的，不是看到这些现象里面都是没有我。 И видя, что в мире нет ничего постоянного, и в себе самом нет ничего постоянного, что все рождается и умирает, подвержено изменениям, практикующий обретает мудрость. 原先是禅嘛，禅原先是智慧嘛，到最后禅中的禅变成你的心，禅就是心，或者有时候叫做佛性，有时候叫做心性啊，看到你自己的心性，我们叫做明心见性。 Находясь в состоянии созерцания, практикующий обретает то, что называется просветленным сердцем или ясным сердцем. Видит, открывает природу Будды внутри себя. 那这个部分，你明到心见性以后，再从你的心性来看一切世间的现象。 那这时候就进入这种进入禅的领域，就是什么？我们把佛性或心性当成，把我们用一个比喻叫做海水，然后这些种种的现象叫做什么？叫做波浪。啊。 那我们的心性跟这些现象的关系，就是海水跟波浪的关系。И глядя на мир из вот этого состояния мудрости, обретя внутри себя вот это сердце, состояние Будды, человек, глядя на мир, видит, ну вот чань использует такое, ну не только чань, буддизм использует такое сравнение, видит, что мир, он как будто море, ранее океан,
А все явления, все люди, они как волны. То есть они появляются и пропадают. Или как будто они отражение в зеркале. 那有时候我们要多想，叫做镜子跟像我们的心子跟这些现象叫做影像，就是这两个是这种关系。镜子跟影像，比如说我的心是镜子，那这些现象叫做影像，镜子里面的影像。И внутри как будто зеркало, а все вокруг это лишь отражение. 我们可能看过那个六祖跟那个六祖慧能跟谁的对话，跟神秀，他说什么菩提本无树，我们不知道有没有听过这个，没有的，就是什么菩提啊本是树什么，临近六祖是讲。 菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？有没有听过？Есть распространенная такая легенда о шестом патриархе Хуйнен, который ответил на стих своего старшего брата в Санхе Шэньсю. Шэньсю написал стихотворение Гадху, в котором сравнивал сознание с зеркалом, которое следует протирать и держать в чистоте, подставку которого следует держать в чистоте. И Хуйнен ответил на нее своей гадхой, в которой сказал, что у зеркала изначально нет подставки. То есть разум, он ни на что не опирается, сердце ни на что не опирается, оно просто существует. И нет ничего такого, о чем бы, чтобы можно было держать в чистоте. Это 一颗菩提树，我们的心像个明镜台，那一直要常常擦拭，不要让它有尘埃。有这些一丝不挂的，有这些起起灭灭的尘埃，这是神秀。但是慧能说，菩提本非树，明镜亦非台啊，本来无一物，啊，何处惹尘埃？ творение такое, что Бодхи тело это дерево Бодхи, а сердце это ясное зеркало. И необходимо усердно его протирать, чтобы на нем не оседала пыль. И Хуйнен ответил на это следующим стихом, что Бодхи состояние просветления, состояние ясности, это не дерево. И у светлого зеркала нет никакой подставки, что если изначально ничего не существовало, откуда же возьмется пыль? 你看啊，这两者，一个是神秀，一个是六祖慧能。那神秀认为有个东西差，六祖慧能都没有。 Он таким образом показал Шэньсю, что его понимание сути практики недостаточно глубоко. <笑>那这个多罗来跟各位讲一下，看大家听得懂还听不懂啊？<笑>你要解释？大概。啊好。譬如说啊，这个。 这个黑板对不对啊？黑板是一个无知无觉的物质，对不对？这个物质嘛，对不对？物质 material。啊。对不对？黑板是物质，或是这个电视机也是物质，对不对？都是物质嘛，啊。好。
那你的心对不对？有时候我们叫到佛心，一般我们就说我啦，但是从禅宗或者从来讲说，你的心哈、哦，可以看到这些黑板，就是可以看到物质，但是你的心不是物质，因为你有看的能力，这个没有看的能力，对不对？有没有听懂？То, что у вас есть определенная... Нет, у вас есть определенная материя, которую вы воспринимаете сердцем. И определенные способности сердца, способностями сердца. Но эти способности сердца сами не являются материей. Но с другой стороны, у материи, допустим, как бы там у доски или чего угодно, нет способности воспринимать. 可以听懂吗？你现在你的心有认知能力，对不对？有感知能力，对不对？那这些物质，这些全部都是物质，这些物质都是被你看到的物质嘛？它没有感知能力，对不对？心有，你的心里有感知能力，可是这个物质没有感知能力，对不对？不是，那谢谢。我现在先讲说我们的经验啊，我们经验，我们有一个心嘛，比如说我可以看到，可以听到，可是这一个。这些被看到的桌子啊、影像啊，都没有感知能力，它是物质。那我们是心灵，对不对？好，这是第一个，对不对？所以说这个是物质，这不是心嘛，对不对？这不是你的心嘛，因为你的心是很感知的，这个没法感知嘛。但是人，其他人有这个能力，每个人都有感知能力啊。有没有？每个人都有，每个人都有感知能力的。像我说，我要用英文讲。Чем проблема-то? Проблема. Я не понимаю, как они друг друга следуют. Ничего не следует. У нас есть сердце, которое имеет способность к восприятию. У материи нет сердца, у нее нет способности к восприятию. У материи, вот у стола. Стол не имеет. Благодаря своему сердцу и способности восприятия мы имеем опыт, да, как бы разного рода. Стол опыта не имеет. Не только стол. Имеется в виду, что материя, в том числе и тело, вот когда берете ноготь, что-то шершавое, рука не знает, что это шершавое. В данном случае, пока вот конкретный пример, то, что на материи, да. Значит, на материи не живой. Значит, это первый этап. Сейчас пойдет следующий. Mm-hmm.好，第二个，你看到、哦、这是黑板，它是物质，对不对？你的心可以感知物质，对不对？但是第二个问题问哦，你的心跟这个物质，它的界限在哪里？界限，你说你的心到这边，还是这个黑板是你的心？следующий этап то, что сердце может воспринимать эти материальные объекты. Вопрос, где заканчивается сердце и начинается материальный объект. То есть мы не можем по факту отделить воспринимаемого, воспринимаемое от воспринимающего. А 有时候我们用海水波浪好了，或者说用金啊，这是黄金对不对啊？那做成这样的形状对不对啊？那我问你，这样的形状不是黄金，对不对？它这种形状不是黄金吗？但是我在问你，在哪个地方不是黄金？啊？有没有听懂？黄金。假如我这个拳头是这个，我这一个就是黄金。我这个拳头是黄金，对不对？那这个拳头的形状不是黄金，对不对？Допустим, у нас есть кусок золота, является ли его форма золота? 然后我再问你说，你可不可以说啊，这个形状不是黄金，这上面这一层的不是黄金，还是全部都是黄金？因为这个很重要的。如果它的形状改变了，那改变它会消失，可是你可以说哪个地方不是黄金吗？或是波浪也可以，比如说我叫的波浪，对不对？你说这个波浪不是海水的，因为形状不是海水，对不对？因为它会消失。可是你说这哪个地方不是波浪不是海水？
while you speak English, maybe I can. Yeah, but this part. Yeah, I speak in English now. Suppose now, this is a wave, you know, this is a water, and this chair, ocean. Oh, ocean. Ocean or water, yeah. Huh? Ocean. Because Huangjing is a world, yeah. And this shape is a wave. So we cannot say, we can say the shape of wave is not ocean or water because the wave will disappear, right? But now, if we say, oh, this right, the surface of the wave is not water, no. Every part is not, it's water, it's right? So the shape is not the shape is not the water, but all the wave is water. You right? Come and get on. Пример с волной. Вот у нас есть поверхность океана, у нас есть океан. На поверхности океана есть волна. Мы не можем сказать, что вот эта форма, которая вот сейчас возникла, это океан. Вот мы не можем ткнуть в волне вот в это место, где она океан. Но по факту вся волна представляет собой часть океана. Мы не можем отделить одно от другого. 所以同样的道理，对不对？哈，我说，对不对？我讲的是我说，对不对？这个声音是用我的心产生的，对不对？那你可不可以说我这个声音，我这个我这个声音不是我的心？ Когда мы говорим, то наше сердце производит слова, звук, голос. Можем ли мы сказать, что наш голос это мы? Или это не мы? 所以就是说现象啊，就所有的现象啊，没有离开心，可是它不是心。 И таким это можно применить к любому объекту вообще, который мы воспринимаем, который есть в нашем опыте, что он неотделим от сердца, но в то же время сердцем не является. 好，那现在我们来看哦，很有趣的哦。这边，譬如说，这边是一面镜子，对不对？你在照镜子里面就有一个影像，对不对？请问影像是不是你？ Если представить, что доска это зеркало, вот, мы смотримся в зеркало и видим отражение. Можем ли мы сказать, что это отражение, это и есть я? Нет, мы понимаем, что отражение это не я. Но一般人会不会认为那就是我自己？啊？不会吗？ 有些人拍照的时候，你会不会觉得照片是你？是不好，很厉害。Или когда мы на фотографии смотрим на себя, мы думаем, имеем ли мы такое право подумать, вот это я, там на фотографии это я. 但是一般人都会认为照片就是我，对不对？好，一样啊，这个身体是不是你？ А теперь на шаг дальше. Тело – это я или не я? Обычно, ну, тело – это я живу в этом теле. 所以他来讲什么身是菩提树，有没有？我们认为身体是我啊。 И Шэньсё имел это в виду, когда написал, что тело – это дерево Бодхи. Вот он, сосуд просветления – это мое тело. 所以我们曾经有一个故事哈，就是说有两个鬼哈，两个鬼，二鬼也没关系，一个大鬼一个小鬼嘛。那这边有一具棺材，里面有一个尸体哈，有一具尸体哈。 这边有具尸体，然后那两个鬼就想要来吃这个尸体嘛，哈、哦。
然后那个大鬼就问其中一个人啊，就问其中一个人说，这个尸体是属于我的，还是属于他的？然后那个知道讲说属于他的，他可能他就会，他不知道怎么回答，因为他说他是你的，就那小鬼就把那个尸体的手啊拆下来，不是把他的手啊，把活人的手拆下来，然后换上那个尸体的手，换上来，对不对？那就把这个，然后这一个，这个反正就他们就把那个活人的手拿去吃了，对不对？接下来小鬼在问这个什么？问这个活人啊，哎，这个尸体的是不是我的？然后他讲什么，他们就把一个一个把它换掉了。最后那一个人就全身就换成那个什么尸体的那个身体，青蛙讲说：“那我是谁？”有没有听懂？Есть такая история, в которой два демона, глядя на труп, спрашивают стоящего рядом живого человека: вот эта вот часть тела, вот эта рука, она твоя? Она ты? Он говорит: нет. И тогда они руку его меняют на руку трупу. Раз, вырвали, переставили. Потом там спрашивают: вот эта нога, она ты? Нет, не я. Раз, ногу вырвали, поменяли. И вот так частичка за частичкой переставили ему все части тела покойника. Полностью тело поменяли. И этот человек, живой человек, смотрит на этот труп, смотрит на себя и задает такой вопрос: а кто я? 啊、所以就是什么，就身体是我也不是我。Поэтому вот это тело, оно мое, и в то же время оно я, и оно не я. 因为我们的心啊，我们的心像海水，像镜子，它是什么？本来无一物，它什么都不是。可是它就像海水，什么都不是。可以产生种种的波澜。Так и сердце, оно в принципе нематериально, мы не можем найти его, потрогать. Оно как океан, оно само по себе не имеет формы, но оно может производить различные формы. Море может производить волны. 但是就说，我们常常会把波浪当成海水，看不到海水。Проблема восприятия человеческого в том, что оно вот эти явления принимает за сердце, то есть волны принимает за море. 比如说，我们会把我的想法当成我，就我就是佛性啊。其实想法是被你感知的一个生命现象，不是你啊。И в частности мысли человек привык думать, что его мысли это он сам.Это же я думаю эти мысли. И буддизм говорит, что нет, мои мысли мной не являются. 但是我们一般人啊，我们身体啊，从佛法来讲，就是我们身体是从由身体啊，我们叫做身体叫做色啊。那我们有感受，我们有想法，我们有种种的行为。还有我们还有记忆啊，我们叫做色受想行识，有时候叫做五蕴啊，色受想行识。Но в то же время человек он имеет определенный опыт, у него есть восприятие, ощущения, мысли, поступки.我们叫五蕴。Буддизм это называется пять кан. 还有，我们可能有听过四大皆空，有没有？四大
示范就是示范就是地水火风，就是我们的身体是由地水火风组成的，这个四大。那它兼空，就是它有两个意思，它是空性，或它是暂时组合，四大兼空。所以我们身体由地水火风组成的四大的身体，它是空的，或是它是空性。Человек состоит из четырех элементов: земли, воды, огня и ветра, воздуха. И буддизм считает, что вот эти все четыре элемента, они пустотные или нереальные. И таким образом тело, состоящее из вот этих четырех элементов, оно тоже нереально, тоже пусто. 那我们一般人很容易误会空啊、哦，我们常讲说，哇，我这么努力，到最后一场空，有没有听过？一场空，就是全部没有了，因为四大皆空，一场空。Это фраза говорит о том, что вот эти четыре первоначала, которые образуют наше тело, они являются как бы таким временным соединением этих элементов.И что на самом деле все они представляют из себя пустоту. Вот эта фраза так буквально и значит. Четыре первого начала, все пол пусты. А чисто, что? Та, у меня есть другая тема, что это сюда, это же у меня кунг-син, кунг-син это хо-син. Та, это же та, это产生的一个作用. 就像我这个就假如这是海水，对不对？我可以产生这样的形状，可以产生这样的形状。像我的心，身体是等于是相当于波浪，我可以产生这样子，可以产生这样子，可以产生讲话的功能。它是它的功能，可是你的佛性是空的，它什么都不是。И у этих четырех элементов у сердца, у тела, у вот этих его функций разных восприятия, мысли.Поступок, у них есть функции, это как инструмент. Но сердце, которое находится в основе всего этого, оно пустое, оно не является чем-то существующим. 那这个部分，因为这一部分一般人很少是用这种方式去探讨我的心性跟这些身心现象是什么关系。我们一般人没有人去探讨，很少人去探讨。И обычно человек не задумывается о том, как сердце, его суть, соотносится с мыслями, с сознанием, с телом. Не думает об этом. 所以就是即使你去学佛，这个也是不太容易懂。Поэтому, когда мы начинаем говорить об этом, о сердце, о уровне погружения, разуму сложно это понять. У него это очень непривычный способ мышления. 所以像这些他们就不容易懂了。求生不能，求死不得。其实就在讲这一个，你要求这个佛性嘛，